Моя. Ну-ка. Ой, точно, хаечки-прихаечки. Поздороваться-то мы забыли. Ну что, скажи-ка мне, пожалуйста, а что это ты в ручках держишь, мой хороший? Я держу книжку. А что за книжка? Давай-ка познакомим с этой книжкой наших зрителей. Давай. Всех, кто смотрит сказочный дуэт. А книжка называется «Таблица умножения без напряжения». Нет. Да, написала ее Наталья Шарапова. И книжку нам прислал Союз писателей. И сегодня? А вы спросите, как это? Как это может быть, чтобы таблица умножения и без напряжения? Потому что вот, внучка, ты еще пока в школу не ходишь? Сегодня. Пока еще таблицу умножения не изучаешь? Сегодня буду, да. С вот этой. Да, поэтому вот так вот ты можешь играть, а заодно и научиться умножать. Самый лучший способ научиться чему-либо – это способ Машка. Играя в игре. Итак, и эта книжка нам поможет. Вот смотрите, вот такая замечательная книжка. И там есть разные игры. Вот видите, у меня внучка хочет поиграть в игру, которая называется «Пляжные гонки». А еще там есть разные сканборды, разные интересные задания. Вот такие. Да. А самое-то главное, внучечка, что? Что там есть стихи. Как вот выучивайте стишки, легко запомнив, вы будете знать таблицу умножения без напряжения. Давай. Давай сейчас стих какой-нибудь выберем. Давай, наугад. Вот тыкай какое-нибудь стихотворение пальчиком. И какое тебе нравится стихотворение? Выбирай. О, вот это. Читаю. 6 щенков и 6 котят подружиться не хотят. Эти лают, те шипят, цапнуть так и норовят. Разогнать бы их, но, братцы, 2×6 = 12. Видите, как легко запомнить, что 2×6 = 12. Ну-ка, давай, внучка, еще стихотворение выбирай. Выбирай любое из книжки, давай, выбирай. Что там такое? Какое интересное мы с тобой стихотворение сейчас выберем. Так. Вот это, да? Хорошо. Одному на свете плохо. Ты запомни это, кроха. Но умножишь, если бойко, 1 на 2. Позабудешь уж едва, что в итоге цифра 2. А вдвоем, что очень важно, даже в темноте не страшно. Вот не страшно, боевая. 1 умножить на 2 будет 2. А 2 умножить на 1 будет 2. Два. А тут, смотрите, у нас еще есть такие задания. Нужно найти 10 отличий между картинками. Я такие задания обожаю. Бабушка, да. Ну-ка, давай еще стихотворение прочитаем. Ну вот, любое, выбирай. Тыкай, вот, сюда. О, 6, 8, 48. Улыбнуться вас попросим. Разрешим и пошалить. Все сначала повторить. И ответить при вопросе 6, 8, 48. Вот они. Да, 6, 8, 48. Вот она, вот она. Запомните, 6, 8, 48, 8, 6, 48. Вот она, вот да. А тут смотрите, какое интересное задание. Нужно повторить узоры на пустых цифрах. Да, давай. Так, ну давай, последнее стихотворение. Быстренько выбирай. Давай. Вот. Это игра, мы с тобой поиграем обязательно. Видите, как ребенок хочет поиграть, а стихотворение вот, выбирает. Вот. О, 10 мышек в поздний час сыр нашли в кладовке. Откусила 10 раз каждая плутовка. 10 раз по 10 дыр. 100 в ответе. Что за сыр? О, какое стихотворение. 10 и 10 равно
100. Вот так вот легко запомнить. Теперь вот это должно. Да. Да, давай сейчас мы с ребятами попрощаемся, а потом будем поиграем. Так, поиграем так, что? Вот видите, ребята, если вы хотите играть, научиться таблице умножения, вы тут еще легко, можно. Еще то можно. Еще можно. Вам просто необходимо. Играть вот это. Да. Вам просто необходима книжка Натальи Шараповой «Таблица умножения без напряжения». Да. Ну что, споки-ноки! Споки-ноки, чмоки-чмоки. А если вы смотрите наше видео днем, то самого сказочного вам настроения!